Доброе утро, ребятки. Надо пойти разбудить моего сынишку, а то он, походу, опять проспал будильник. Сына, тук-тук-тук, сына. Сына. Ой, сын, я вхожу. Ой, не хочу вставать, не хочу. Все, я вхожу, сына. Сына, это я. Доброе утро, сыночек. Как делишки? Держи курочку, покушай. Ой, ма, хорошо, делишки как раз-таки ням-ням-ням-ням-ням. Вкусняшку принесла ты мне. Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, не за что, опять у тебя тут бардак, сына. Я что тебе говорила? Это я случайно, это я не специально. Так, а ну давай, убирайся тут. Что это за... Тут не пройти... Не хочу. Сына, сына, я тут пройти даже не могу, сына, по твоим этим песочным замкам. Где ты песка столько взял? Ну, мам, ну я играл в песочнице, пришел, а у меня в штанах и везде песка, гора, и я построил. Да слушай, это как-то забавно, сына, ну давай ты это будешь учить самостоятельно быть, окей? Давай, 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 давай. Опачки. Мне приходится ломать мои замки, я не король. Не король. Ну ты их, не знаю, ну поставь куда-нибудь аккуратненько, чтобы можно было хотя бы пройти. Вот сюда в уголок, не знаю, к примеру. На голову. В уголок, ну на голову ты ко мне не поставишь, но, сына, хватит так выражаться. Ставь уголочек и давай пойдем уже, я тебе кое-что покажу, сына. Давай, мамуль, а что ты мне хочешь показать-то? Ты проспал свой будильник, ты забыл, что я тебе вчера говорила? Что сегодня твой первый школьный день. Какая школа? У нас нет школы. Ну, не было, так я же тебе говорила, что построили новую школу. Ты забыл уже об этом? Что, серьезно? Серьезно? И знаешь что? Нет. Я тебя буду учить, я твоя учительница. Круто, у меня мама будет учительница, буду получать одни пятёлки. Ну, ты смотри, это если только ты будешь хорошо учиться, потому что если нет, у меня указочка есть. А если я буду получать одни двойки? Вот если будешь получать одни двойки, тогда указочка опа-опа-опа тебя. Мама, зачем ты меня будешь расчехлять? Это прозвучало очень странно, сына. Давай мы не будем вдаваться в подробности, и я тебе наконец-то покажу, где наша новая школа. Смотри. А вот давай, это... ма, не открыли школу, я тебе не верю. Школа, чтобы учиться. Поставь лайк, а я не могу читать, дайся. Тут написано, поставь лайк и подпишись на канал, чтобы мы могли с тобой войти в школу. Ой, а так просто нельзя без этого? Так просто нельзя. Эх, в мире Майнкрафта все сложно, сыночек. Так что давай попросим у ребят лайк и подписаться на канал. Да, ребята, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал прямо сейчас. Нажмите на пальчик вверх, чтобы серый пальчик вверх стал синим. Ну и не забывайте нажимать на кнопку подписаться. Давайте, 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 давайте. Жмите, жмите, жмите. Так. И смотрите ролик до конца, он получился реально очень крутой. Ну а мысленно сдавать с тобой уже начнем. Я думаю, ребята лайки поставили. Чё это ты выкинул в свой рюкзачок? Я рюкзачок собрал с собой в школу. Умница какая! Ну, в принципе, логично, да, давай. Ты надеюсь, все взял в школу, да? Да, я все взял, так. Ну-ка, ногой дверь открывай! Всем здорово! Я король, я здесь царь! Сына, а ну цыц! Сына, а ну садись на свое место. Давай, 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 давай. Чё они смеются? В смысле, что они смеются? Потому что ты ведешь себя некультурно. Сын, садись давай, и сейчас уже начнется урок. Садись. Какой терзачный! Сама терзачная, поняла? Бабка. Так, а ну не... Бабка в школу ходит. Кстати, да, это необычно. Так, а ну дети, хватит ссориться. Давай, садись. Сын, иди давай садись. Так, тихо. Все, я понял, я сяду сюда за последнюю палту. Так, не играть, не шуметь, а то сейчас я вам устрою. Итак, сейчас... Ой, ма, когда занятие начнется? Сына, сядь на место. Все, сел. Итак, сегодня у нас... Не хочу ставить. Сегодня у нас первый урок математика. Итак, кто хочет выйти к доске? Привет, давай дуздить. Балди! Балди, я все вижу. Меня зовут Балди, у меня есть телефон. Тут много игл, у меня мама установила. Балди! Мама, я общался с одноклассником. На уроке нельзя общаться, на перемене пообщаешься. Садись давай. Все. Так, давай, Балди, выходи к доске. Что сразу я-то? А вот потому что не надо разговаривать во время уроков. Давай, давай, выходи. Да я ничего не знаю. Выходи, сказала. Сейчас выйду. Так. Давай, давай, давай. Все, выхожу, и что? Итак, пиши на доске. Два.
плюс... Один. Нет-нет, Балди, два плюс два, пиши. Два плюс два. Итак, сколько будет? Посчитай. Равно... Три тысячи. Какой три... Сына, нет, неправильно. Ой-ой-ой, Балди, Балди, неправильно. Попробуй посчитать. Да хватит смеяться надо мной! Дети, не смейтесь, со всеми бывает, вы сами не лучше. Итак, Балди, попробуй посчитать, не знаю, для начала на пальчиках, может тебе это будет проще. Я на калькуляторе посчитаю. Нет-нет-нет, на калькуляторе нельзя. А, дайте айфон! Вот, все, считай, давай на пальчиках лучше. Да я на калькуляторе хотел! Сказала, ну быстро! На пальчиках так, раз, два, три, четыре. Умничка, четыре, пиши давай, давай, пиши. Так. Четыре, я написал. Молодец, давай, садись теперь. А мне что, поставить пятерку? Ну, да, конечно, пятерку, ты же все-таки решил уравнение, хоть и на пальцах, но все равно решил, умничка. А можно мне телефон поиграть? Нет, после уроков получишь. Сейчас скоро уже звонок, Балди, сядь на место, сейчас уже будет звонок. Ох, хорошо, все, мам, я сижу. Все, ребята, перемена. Идите отдыхайте. Перемена, слышали, перемена. Что у тебя в тетрадке написано? Отдай тетрадку. Балди, что ты делаешь? Моя тетрадка теперь. Отдай, я буду плакать. Балди. Моя тетрадка. Балди сказала, что ты такой куролесник. Не делай так. А ну верни мальчику тетрадку. Верни Нубику тетрадку. Да он Нубик. Вот именно, что он Нубик. Ему нужно учиться, чтобы он стал про. Балди. Я буду плакать. Балди. Быстро вернул тетрадку ему. Давай, давай. Сейчас верну. Все, держи, Нубик. Мы теперь друзья. Нет! Балди, на втором этаже ты можешь перекусить, если хочешь. Давай я тебе покажу. Хочу, я так проголодался. Я бы сейчас съел бы очень вкусненькие вкусняшки. Ну, насчет вкусняшек я не уверена, но обычная еда здесь есть. Что за еда? Так, например, картошечка. Бери, хочешь? О, хочу. Так, у меня еще есть тут курочка. Какая же вкусненькая. Вкусняшечка. Балди, ты где? Ты тут, что ли? Балди, а ну вставай. Ты что, спишь, что ли? Ты мам, чего? Ты что меня разбудила-то? Балди, ты полдня проспал, и все уроки уже закончились. Ты так круто, мокрый. Домой! Нет, Балди, а ну... Стой, Балди, ты куда? А, вы еще сидите здесь! А, чё так подрос? Чё случилось со мной? В смысле, Балди? Вот почему ты подрос, я не знаю. Возможно, потому что ты впитал в себя знания. Балди, короче, ты проспал все уроки, и поэтому ты остаешь на дополнительных. Понял меня? Да, понял. Мама, может не надо, может домой? Надо, сын, а ну давай наверх, там у нас класс для дополнительных занятий. Сейчас я тебе все расскажу и покажу. Давай, проходи. Ой, мам, ну давай, а там математика же будет, да? Матеша, обожаю. Да, конечно, математика, заходи. Так, сейчас, кстати, ребята, а напишите в комментариях, какой у вас самый любимый урок в школе. Вот лично у меня самый любимый урок в школе это... Перемена! Перемена. Шучу, математика, обожаю. Давай, сына, заходи уже. Так, захожу. О, а чё тут никого нету? Я чё, один как... Ну так... Лошарик, что ли, буду вот сидеть? Вот именно, что ты один как лошарик, потому что это дополнительно... Это класс для дополнительных занятий, а? Единственный, кто сегодня облажался, это ты, Балди, поэтому... Кстати, еще забыла тебе сказать, это у нас крафт-комната, а не математика. Но мне пришлось тебе соврать, чтобы ты сюда зашел. Итак... Ну... Хорошо. И что мне нужно будет здесь крафтить? Я тебя научу сегодня крафтить печечку. Итак, сына, ты знаешь, как крафтить печечку? Нет, ну ты мне показывай, мам. Хорошо, смотри, в общем, перед тобой стоит верстачок. Сына. Да, сына. Да, я смотрю, я слушаю. Перед тобой стоит верстак. Ты на него кликаешь и выкладываешь все ровно так же, как на доске. Рисую. Балди! Да, что? На доске видишь что? А ну повторяй. На доске видишь что? А ну повторяй. Да не в этом смысле, Балди. На доске. Повтори то, что на доске, а не за мной повтори, Балди. Камень. Балди! Открывай верстак. Да. Бери, так, сколько у тебя? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тебе 8 нужно. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бери, открывай верстачок.
Так, открыл. И повторяй все как на доске. Вот так вот должно получиться, да? Ай, господи, какой-то ребенок сложный. Нет, Балди, должна... Я тебе покажу, что должно получиться, Балди. Ой, ребенок. Смотри, у тебя должна получиться вот такая печка. Круто, а давай представим, что я ее уже скрафтил, пожалуйста. Балди, хватит, нет. В общем, бери. Так, тебе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бери. Там уже перемена начнется. Балди, бери. Все, я понял, ма, честно, больше не буду. Так, как там, кружок. Просто шарик делать надо. Тебе хватило? Опа, опа. Молодец, Балди. Ой, ну все, умничка, ты смог это сделать. Ты осилил дополнительные занятия. Мне за это нужны каникулы. Не... Сегодня только первый день в школе, ты что, смеешься? Какие каникулы? Мама, ты знаешь, я понял кое-что. Я не могу терпеть, когда меня учат. Я сам хочу учить, и я хочу стать учителем в школе. Итак, ученики, я ваш новый учитель, Балди, и я буду учить вас математике преимущественно. Ну что ж, помните, как вы надо мной смеялись, а теперь я буду смеяться, когда буду учить вас высшей математике. Корни. Плюс-минус. Уравнение. Ой, мама пришла тоже учиться? Я пришла посмотреть на твой первый день, когда ты будешь учить ребяток. Я тобой так горжусь, сыночек. Ладно, перемена. Ура, мам, пошли гулять. Ой, ты правда, такое ощущение, будто бы вообще не вырос, сынок. В смысле? Ну ты ведешь себя как ребеночек. Просто я учитель Балди. Мам, давай я тебе дам примет. Пример. Корень 2 логарифм 7. Ой-ой-ой, не-не-не, сына, слишком сложно. Давай мы лучше попрощаемся с ребятами. Давай. Ребята, если вам понравился этот крутой ролик, не забывайте ставить лайк, а также подписываться на канал. Да, также не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь они очень интересные. Ну, а с вами была Фласочка и... И Балди, то есть Пен. Всем пока!